Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Продолжаем видеообзор виды и сорта антуриума. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию антуриум сорт Pink Champion. Сорт недавно появился в продаже. Очень интересное растение. Как вы видите, небольшого размера. Предцветник такого насыщенного розового цвета. Очень интересный такой цвет, очень привлекательный. На мой взгляд, растение заслуживает вашего внимания. Приятного вам просмотра. Антуриум Pink Champion. Это гибридное растение, выведенное искусственным путем. Все антуриумы коллекции Champion – это пышные кустики с красивыми темно-зелеными листьями крупного размера и часто обильно цветущие растения. Общая форма листовой пластины сердцевидная. Кончик листа слегка заострен. Pink Champion переводится как розовый чемпион, что говорит о нежно-розовой окраске предцветника. Цветы сердцевидной формы со слегка приподнятыми краями. Среднего размера 7-7,5 см. Початок розово-желтого цвета. С возрастом его окрас меняется, и он становится зеленым. Сортов антуриума розового цвета множество, но именно Pink Champion пользуется огромным успехом у цветоводов. Ведь розовый цвет – это цвет нежности, сказки, детских воспоминаний. Сочная зелень и яркие краски являются главным достоинством этого растения. Антуриум сорт Pink Champion выглядит очень эффектно и оригинально, чем заметно выделяется на фоне других растений, поэтому привлекает внимание фотодизайнеров и любителей домашнего цветоводства. Сорт неприхотлив, хорошо переносит как повышение, так и понижение температур. При хорошем уходе может цвести круглый год. Цветы держатся на растении от 2 до 6 месяцев. Отлично подходит для срезки и станет отличным украшением вашей домашней коллекции.